1986 году в начале карьеры этого автора-исполнителя сравнивали с Высоцким. Как ты думаешь, Сергей, как он на это реагировал? Я думаю, что такое сравнение – это признание таланта. Встречайте на сцене Олег Митяев. Едешь ли в поезде, в автомобиле, или гуляешь, хлебнувши венца, при современном машинном обилии трудно по жизни пройти до конца. Вот вам авария в Замоскворечье, трое везли хоронить одного, все и шофер получили увечья, только которые в гробу ничего. Бабы по найму рыдали сквозь зубы, дьякон и тот верхние ноты не брал. Громко фальшивили медные трубы, только который в гробу не соврал. Бывший начальник и тайный разбойник в лоб лобызал и брезгливо плевал. Все приложились, а скромный покойник так никого и не поцеловал. Но грянул гром, ничего не попишешь, силам природы на речи плевать. Все побежали под плиты и крыши, только покойник не стал убегать. А что ему дождь, от него не убудет, вот у живущих закалка не та. Ну а покойники, бывшие люди, смелые люди, и нам не чета. Как не спеши, тебя опережает клейкий ярлык, как отметка на лбу. А ничего тебе не угрожает, только когда ты в дубовом гробу. Можно в отдельный, а можно и в общий, мертвых квартирный вопрос не берет. Ох, молодец, этот самый усопший вовсе не требует лишних забот. В царстве теней, в этом обществе строгом, нет ни опасностей, нет ни тревог. Но у нас все мы ходим под Богом, только которым в гробу ничего. Слышу упрек, он покойников славит, да нет, я в обиде на злую судьбу. Всех нас когда-нибудь кто-то задавит, за исключением тех, кто в гробу. Всех нас когда-нибудь кто-то задавит, за исключением тех, кто в гробу.